снес забор и скрылся. Инцидент попал в объектив видеорегистратора. Эти кадры сняты в Магнитогорске. Видно, как лихач на скорости влетает в ограждение. Водитель не стал даже останавливаться, а наоборот добавил газу и уехал с места ДТП. Очевидцы сообщают, что шофер был под градусом. Возможно, сейчас водитель лишится прав и за свой счет будет восстанавливать ограждение. А эти кадры сняты в Челябинске, в Курчатовском районе. Дорогу не поделили «Ситроен» и отечественная легковушка. Сообщается, что 64-летний водитель ВАЗа при развороте совершил столкновение с 26-летним шофером иномарки. На место ДТП сразу же приехала бригада медиков. Виновник аварии получил травмы и был госпитализирован.